Друзья, записывайтесь, ставьте лайки, размещайте в своих соцсетях. Россия, тишь, и в тишине не голоса слышны, а звуки, как будто кто-то нас грешней определил себя на муки, ведь жил запутанно и зло, не понимая лжи и фальши, был злу уступчивым зело, не видел почему-то дальше. Ах, это дальше! Плосок мир, такую даль достать едва ли, хоть зачитай стихи до дыр, а вы успокоения ждали.